И к другим темам. В Махачкале уже готовятся к предстоящему отопительному сезону. У жителей столицы проверяют, в каком состоянии находится газовое оборудование. Сотрудники «Махачкалагаз» уже провели специальный рейд в советском районе города. Также выявляли абонентов, которые не заключили договора. Напомню, согласно постановлению правительства, абонент обязан заключить договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении. По словам организаторов акции, рейды будут проводиться и в других районах Махачкалы. Вопросы подключения можно решить и самостоятельно по адресу улица Атаева, 7А, в отделе по работе с клиентами. Особо хочу обратить внимание, чтобы наши граждане обращали внимание на то, что ходят мошенники под видом работников «Махачкалагаз». И хочу их предупредить, если пришел работник якобы с «Махачкалагаз», то у него наличие должно быть удостоверение. С ним должна быть бригада службы, кассовой службы, где они могут провести оплату за сделанную работу. Соответственно, в случае каких-то возникания вопросов, набирать либо 104 с мобильного телефона, либо набрать телефон 51-56-56, узнать достоверность прихода сотрудника «Махачкалагаза» на данный объект.